уважаемые товарищи! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что в этот час нас снова собрала всех вместе испытанный и верный друг советская песня. Заключительный вечер 3-го всесоюзного телевизионного фестиваля «Песня-73» открыт. В нашем празднике песни поют солист ансамбля «Советская песня» Геннадий Белов, артистка Валентина Толкунова, лауреат всесоюзных конкурсов, студентка Ленинградской консерватории Таисия Калинченко, лауреат всесоюзного и международного конкурсов, солист Белорусской филармонии Валерий Кучинский. Лауреат всесоюзного и международного конкурсов, солист Центрального телевидения и всесоюзного радио Лев Лещенко. Лауреат международного конкурса, заслуженная артистка Украинской ССР София Ротару. Лауреат международного конкурса, заслуженный артист Российской Федерации Эдуард Хиль. Заслуженная артистка республики Ольга Воронец. Лауреат всесоюзного и международных конкурсов, народный артист Дагестанской ССР Иосиф Кобзон. Лауреат международного конкурса, народный артист Украинской ССР Юрий Богатиков. Лауреат международного конкурса Муслим Магомаев. Мы сегодня с радостью поздравляем Муслима Магомаева с присвоением почетного звания народного артиста Советского Союза. Вокально-инструментальный ансамбль «Червона рута», художественный руководитель Анатолий Евдокименко. Лауреат всесоюзного конкурса вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы», художественный руководитель Юрий Маликов. Ансамбль Центрального телевидения и всесоюзного радио «Советская песня» и лауреат международных конкурсов «Большой детский хор Центрального телевидения и всесоюзного радио», художественный руководитель Виктор Попов. Симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, художественный руководитель и главный дирижер Юрий Васильевич Силантьев. Сегодня в зале концертной студии. Как семья большая, дружная, люди все у нас живут. И любое дело нужное и всегда почерпнут. Светет, растет, солнце сам весной, привольный край на ветрозор. Светит, растет, солнце сам весной. Песня не станет родным, но кругом.
Темнеет к ночи небо синева, мерцают звезды спутники земные, и, кажется, уснула вся Москва. И только ходят ночи постовые, и в этот поздний час минует сон. Не каждый постовой годами молод, но он зато по-рыцарски влюблен. Свою Москву неповторимый город, здесь добрая, хорошая традиция, что в детстве ты мне чувства не дая. И если уж поют моя милиция, то значит без сомнения моя. Хор и оркестр Московской милиции. Давно, друзья веселые, простились мы со школою, но каждый год мы в свой приходим класс. В саду березки с кленами встречают нас поклонами, и школьный вальс опять звучит для нас. Сюда мы ребятишками с пенолами и книжками ходили и садились по лесам. И столько с нами пройдено, и здесь мы слово «Родина» впервые прочитали по слогам. Но где мы не бывали мы, тебя не забывали мы, как мать не забывают сына мя. И юность наша вечная, простая и сердечная, учительница первая. Шагает ночь к рассвету, труба зовет в поход. Солдат страны советов о родине поет. Безусые комбаты ведут своих орлят. Когда поют солдаты, спокойно дети спят. Кропают солдаты, спокойно дети спят. Земля зеленая объята, зелена впереди. Без песен нет солдата, без песен нет пути. Ансамбль песни и пляски Московского военного округа. Подмосковный городок, липы желтые в рядок, подпевает электрички ткацкой фабрики гудок. Городок наш ничего, население таково, незамужние ткачихи составляют большинство. Незамужние ткачихи составляют большинство. Так жильцы
давно. Ансамбль «Чайки» профессионального училища Щелковского хлопчатобумажного комбината Московской области. Сегодня мы прощаемся с тобой, с тобой. И ты выходишь в жизнь без опоздания. На миг притормози у проходной, родной. Мигни ребятам нашим на прощание. А встречный, встречный ветер нипочем, как песня. Вокальный коллектив и духовой оркестр автомобильного завода имени Ленинского комсомола. Сегодня в нашем зале композиторы и поэты, лауреаты 3-го всесоюзного телевизионного фестиваля «Песня 73». Итоги работы 3-й всесоюзной зрительской конференции подводила жюри нашего фестиваля. Народный артист Советского Союза, лауреат государственных премий Иван Иванович Петров. Народный артист РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола, художественный руководитель эстрадно-симфонического оркестра Юрий Васильевич Силантьев. Народная артистка республики, художественный руководитель народного коллектива совхоза «Белая дача» Александра Васильевна Прокошина. Народный артист республики, художественный руководитель ансамбля «Песни и пляски» Московского ордена Ленина военного округа полковник Баблоев. Художественный руководитель ансамбля «Советская песня» и Большого детского хора Центрального телевидения и Всесоюзного радио Виктор Сергеевич Попов. И музыкальный комментатор Центрального телевидения, лауреат Всесоюзной премии Союза журналистов СССР Элеонора Беляева. Позвольте от вашего имени, от имени всех тех, кто собрался в этом зале, обратиться с благодарностью, с искренней и с большой благодарностью к нашим зрителям, к нашим корреспондентам. Это тысячи энтузиастов, любителей песни, от которых мы получали письма в течение целого года с самых разных уголков нашей необъятной Родины. И позвольте передать привет, думаю, можно сказать смело, миллионам телезрителей, которые вместе с нами сегодня принимают отчет «Песни 73». Yeah.
В эфире песня 73. Композитор Владимир Шаинский, поэт Сергей Островой. Дрозды. Вы слыхали, как поют дрозды? Нет, не те дрозды, не полевые, а дрозды волшебники. Дрозды. Певчие избранники России. Дрозды. Певчие избранники России. Вот они расселись по лесам, зазвучали до самозабвенья. Узнаю я их по голосам звонких повелителей мгновенья. Звуки вырастают, как цветы. Грустные, веселые, любые, о, горячие до красноты. О, холодного до голубых. Достаю до утренней звезды. Словы, шаги прочь, в лесу поют дрозды. Для души поют они, для славы. Oh.
Островому. Дорогие друзья, поскольку я выступаю первым, позвольте мне от своего собственного имени и от имени моих товарищей поблагодарить вас за письма, за вашу душевную отзывчивость и за вашу любовь к песне. Я хочу поздравить вас с замечательным продолжением нашего праздника. Мы пришли с вами праздновать песню. Что может быть красивее и благороднее этого? Праздновать песню – это все равно, что праздновать солнце, праздновать небо, праздновать любовь, праздновать человеческое счастье. Если песня в дом стучится, ты скорее ее впусти, потому что песня – птица. Чуть вспугнешь и не найти, ты за нею на порог, а ее и нету. Только тысячи дорог разбрелись по свету. По какой она пройдет, где она покажется? Может, дом в лесу найдет, тихо спать уляжется, может, сядет у костра, заведет беседу, и опять ей в путь пора по людскому следу. Плыть ли ей, или ходить, или мчать откуда? Только там, где песне быть, там случится чудо. Постучится к ночи, станет ночь короче, станет трус храбрее, станет злой добрее, а кто глуп умнее, а кто скуп щедрее. У нее чудес запас и всегда готова каждый раз для всех, для нас золотое слово. И от имени людей, чтобы песни длиться, я хочу за это ей в пояс поклониться. Композитор Оскар Фельдсман. Стихи Расула Гамзатова. Песня «Разве тот мужчина?» Вечно хохотать способен вечно, разве тот мужчина? Кто пошел земные дали, но всю жизнь не знал печали, разве тот мужчина? Был со здравом даже слове, умудрялся хмурить брови, разве тот мужчина? Кто смертельно не влюблялся, ни с одной не целовался, разве тот мужчина? Кто любую звал голубкой и за каждой бегал юбкой, разве тот мужчина? Кто в местах, где многолюдно пьет из рога беспролудно, разве тот мужчина? Кто готов покать нам стремя и предать нас в то же время, разве тот мужчина? Кто исполненный усердия судит нас без милосердия, разве тот мужчина? Кто даст слово, что было одно, но возьмет его обратно, разве тот мужчина? Тот мужчина, кто отважен и душою не продажен, только тот мужчина. Только тот мужчина, только тот мужчина.
Слово поэту Расулу Гамзатову. Дорогие товарищи, у каждого народа и у всех народов есть свои замечательные праздники. Но праздник песен – это удивительный, особый праздник, песенный праздник. Я рад, хоть я выступаю в Тарим, но впервые здесь, поздравить вас всех с этим замечательным праздником и пожелать вам столько радости, сколько вы доставляли и доставляете нашему народу и будете доставлять нашему народу своими песнями. А вы доставляли и доставляете нашему народу огромные радости. Это огромная награда. Это действительно подлинный национальный праздник души каждого человека. Я лично признаюсь, не специально для песен не пишу. Но у меня бывает огромный праздник стихотворения, которое я написал вдруг через какое-то время превращается на песню. Я бываю это время во власти тревоги и любви, как будто я своих близких и дорогих друзей посылал куда-то далекую дорогу, вернуться они или не вернуться. Это очень знакомые чувства. И сейчас я должен был по традиции вам стихи читать, но я пишу стихи на аварском языке. Я не уверен, что все вы и наши телезрители, заслуженный деятель искусства Дагестана, поэт-переводчик Яков Козловский, я попрошу его это стихотворение прочесть вам. Спасибо за внимание. Последнему дню уходящего года я заклинаю день последний года по времени увенчанной чалмой. Меня в пути застигла непогода, я не поспею вовремя домой. Будь милосердив, будь милостлив, сговорчив и покладист, еще с любимой у меня разлад. Повремени, не уходи покамест, я не покаюсь в том, что виноват. В обиде был, не подавая вида, я целый год на друга одного. Молю, не уходи, пока обида прочь не уйдет из сердца моего. Писали мне с моим соседом худо, свезли в больницу, и надежды нет. Не уходи последний день, покуда не скажет врач, что выживет сосед. Перемещаться, погоди, пока ты в седые дали канувших времен, еще за стол не сели дипломаты отчаянно враждующих сторон. Повремени, продли ухода сроки, о том молю, не потому ли опять, что сам еще не написал я строки, которые хотел бы написать. Ровно год тому назад, по единодушному мнению наших зрителей, участников конференции «Песни 72», в нашем фестивале прозвучала песня из многосерийного телевизионного художественного фильма «Тени исчезают в полдень». Прошел год, и наша почта показала, что песня стала еще более популярной. Ее авторы – композитор Леонид Афанасьев и поэт Игорь Шеферан. Песня – дважды лауреат наших ежегодных телевизионных фестивалей «Гляжу в озера синие».
Гляжу в озера синие, в полях ромашки рву. Зову тебя, Россию, единственный зову. Спроси, переспроси меня, милее нет земли. Меня здесь русским именем когда-то нарекли. Гляжу в озера синие, в полях ромашки рву. Зову тебя, Россию, единственный зову. Не знаю счастья большего, чем жить одной судьбой. Грустить с тобой, земля моя, и праздновать с тобой. Красу твою не старили ни годы, ни беда. Но слава их высокая тебе принадлежит. Красу твою не старили ни годы, ни беда. Иванами, Тамарами гордилась ты всегда. Не знаю, чем жить одной судьбой, грустить с тобой, земля моя, и праздновать с тобой. Одной судьбой грустить с тобой, земля моя, и праздновать с тобой. Слово жюри фестиваля. Уважаемые товарищи, в предварительных выпусках передачи «Песни 73» мы обещали отметить сувениром фестиваля самого активного участника зрительской конференции. Но вот такого одного самого активного мы определить не смогли. Мы посовещались и решили наградить памятными сувенирами фестиваля не одного, а пятерых наиболее активных наших корреспондентов. Это следующие товарищи. Надежда Байкова из города Артемовского, Вера Ивановна Алексеева из Куйбышева, Александр Иванов из города Ртищево Саратовской области, Ольга Чебан и Екатерина Коваль из села Дубиевка Черкасской области. Каждый из них получит
Помогите мне, пожалуйста. Вот такие памятные эмблемы с автографами исполнителей и авторов фестиваля «Песни 73». Благодарим вас, товарищи, за помощь, за активную поддержку. Января 1973 года здесь, в этом зале, поэт Владимир Харитонов прочитал свои новые стихи, которые очень скоро стали песней. И вот сегодня эта песня – лауреат нашего фестиваля. Музыка Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова. Мой адрес – Советский Союз. Срочно увидеться нам. Мои номера телефонные разбросаны по городам. Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес ни дом, ни улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес ни дом, ни улица, мой адрес Советский Союз. Точки тире телеграфные, пишите на стройках меня. Сегодня не личное, главное, а сводки рабочего дня. Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый погулится груз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Я там, где ребята толковые, я там, где плакаты вперед, где песни рабочие, новые, страна трудовая поет. Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес ни дом, ни улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес ни дом, ни улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес ни дом, ни улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес ни дом, ни улица, мой адрес Советский Союз. Одарила бы меня природа, я бы всю землю исходила пешком и сеяла бы по ней зерна песни и музыки, зерна добра и радости. Вот так поэтично говорит о своей любви к песне Елена Зотовна Катькалова из Черкасской области. А Всеволод Степанович Калятко из эстонского рыболовецкого колхоза имени Кирова пишет о том, что больше всего его волнуют песни о нашей прекрасной родине. И что его радует, когда авторы находят в этой теме нечто особенное, величественное, напевное. Композитор Серафим Туликов, поэт Владимир Харитонов. Песня «Сын России». Thank you.
Упал я на границе в первый бой, закрыв ладонью рану на груди. Сама земля стонала подо мной, и жизнь уже казалась позади. Но только тверже выходила из огня суровая, доверчивая Русь. Ну как ты обходилась без меня? А я вот без тебя не обойдусь. Настойчиво звала меня труба, пылали обожженные края, под гусеницы падали в хлеба. Ружье вставала родина моя. Товарищ, рану не жалей, мы отжалели боль родной земли. Под окна полевых госпиталей березы завинтованные шли. И только тверже выходила из огня суровая, доверчивая Русь. Ну как ты обходилась без меня? Если буду вынужден опять надеть шинель и сквозь огонь шагать, и если в битве сердце опалю, я снова, как и прежде, повторю, и только тверже выходила из огня суровая, доверчивая Русь. Ну как ты обходилась без меня? А я вот без тебя не обойдусь. И только тверже выходила из огня суровая, доверчивая Русь. Ну как ты обходилась без меня? А я вот без тебя не обойдусь. В адрес нашего фестиваля приходит много писем от любителей песни разных возрастов и профессий. У нас очень много корреспондентов взрослых, много молодежи. А есть особые, самые юные любители песни, многие из которых свои письма начинают так. Дорогая тетя
Валя. Именно поэтому продолжит программу нашего вечера тетя Валя, заслуженная артистка республики Валентина Михайловна Леонтьева. Здравствуйте, дорогие друзья! Я прежде всего хочу обратиться к тем ребятам, которые смотрят и слушают нашу телевизионную передачу «Песю 73», находясь у себя дома. Дорогие мальчики и девочки, я очень хорошо знаю, что все вы любите сказку. Я очень хорошо знаю, что все вы любите героев наших телевизионных передач. И Буратино, и теплую Алёшу Почемучку, и Филю, и Чучуню, и Тишку, и Хрюшу. Я хорошо знаю, что вы любите мастерить сами игрушки, и что у вас у всех умелые руки. Но из ваших писем, которые вы присылали в музыкальную редакцию, мне приятно было узнать, что вы все любите петь и знаете очень много хороших песен. Вы все знаете, что в зрительской конференции принимали участие не только взрослые любители песен, но и наши юные любители песни. Они также отдавали свои голоса самой любимой своей песне. И вот голоса детей и взрослые голоса сегодня принесли победу песни из кинофильма «Ох уж это Настя». Композитор Евгений Крылатов, поэт Юрий Энтин. Песня называется «Лесной олень». Осенью дождливый серый день проскакал по городу олень. Он летел над гулкой мостовой, рыжим лесом пущенной стрелой. Лесной олень по моему хотенью, учи меня, олень, свою страну оленью, где сосны рвутся в небо, где быль живет и не быль, учи меня туда, лесной олень. Веришь, сказка оживет.
Песню про лесного оленя исполнила Инна Курилова. Сегодня уже неоднократно вы слышали о том, что в адрес песни 73 приходит очень много писем и от взрослых, и от ребят. И вот ребята в своих письмах рассказывают о своих самых любимых песнях. Сейчас юные участники передачи «Песни 73» исполнят самые популярные ребячьи песни. А так как, дорогие ребята, я обращаюсь к тем, кто смотрит сейчас нашу передачу у себя дома, вы все эти песни прекрасно знаете, у меня возникло вот такое предложение. Давайте петь вместе с нами. Вы представляете, у нас получится самый большой на свете хор. Итак, пойте с нами. В ушах лихая музыка атаки, точнее отдай на клюшку посильней удар. И все в порядке, если только на площадке великолепная пятерка и вратарь. Здоровый воля, здоровый дом, это тушина. Приели мужество отчаянных парней, они играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Уж меня извините, пожалуйста, что я к вам встану спиной. А сейчас я хочу обратиться к нашим самым маленьким зрителям, к тем, которые опять сидят дома. Ну, я знаю, дорогие ребята, что вы уже сейчас просмотрели свою передачу «Спокойной ночи, малыши». Но я также догадываюсь, что взрослые сегодня смилостивились над вами и решили вас оставить еще немножко посмотреть телевизор. Правильно? И поэтому мы сейчас хотим сделать и вам небольшой подарок. Я сейчас покажу вам одну картинку, очень хорошо вам знакомую, и вы сразу поймете, какую песню вы сейчас услышите. Это ваша самая популярная песня, ведь вы ее слышите каждый вечер в 8 часов 30 минут. И сейчас эту самую любимую, самую популярную песню наших самых маленьких зрителей исполнят самые маленькие участники передачи «Песня 73». Yeah.
Спасибо большое. И вам, ребята, за то, что вы пели вместе с нами. Пели вы отлично. Спасибо большое всем участникам, юным участникам нашей передачи, взрослой передачи. Спасибо вам большое, все зрители, за то, что вы так отлично пели песню ваших детей. Продолжаем заключительный вечер третьего всесоюзного телевизионного фестиваля «Песня 73». Сейчас любителям песни, собравшимся в этом зале, предстоит принять участие в нашем традиционном маленьком фестивале, который сегодня проходит под девизом «Эту песню запевает молодежь». Слово нашему коллеге Юрию Ковеленову. Среди любителей песни в этом зале немало молодежи и студентов московских вузов. И по традиции нашего песенного фестиваля им придется доказать, что они действительно любят и знают песню. Товарищи, нет возражений? Нет. Прекрасно. Ну, в таком случае вам придется принять участие в нашем микрофестивале, который будет состоять из трех заданий. В 1973 году в Берлине проходил Всемирный фестиваль молодежи и студентов. И наверняка среди вас есть участники этого молодежного форума. Это был 10-й фестиваль. На каждом из них звучали и становились популярны наши советские песни. Итак, задание номер один. Вам предстоит вспомнить хотя бы по одной песне из тех песен, которые звучали на фестивале. Я прошу вас, пойте смелее, активнее. Нам в этом поможет наш инструментальный ансамбль под управлением Алексея Сосновского. Прошу, прошу, смелее. Кто первый? Мы. Пожалуйста, ребят, пожалуйста. Если бы парни всей земли хором бы песню одну завели, вот было здорово, вот это был бы гром. Давайте, парни, хором запоем. Парни, парни, это наша сила. Земля от пожара уберет. Мы за мир, за дружбу, за улыбки милые, за сердечность грех. Мы за дружбу, за улыбки милые, за сердечность грех. Мы за мир и песню эту пронесем. Yeah.
Большое спасибо, ребята. Вы, ну, будем считать, что вы справились с первым заданием. Но тем самым вы определили себе задание номер два. Вам предстоит теперь назвать авторов песен. Кто первый? Давайте начнем, ребята, с вас. Вы первые начинали. Пожалуйста, кто авторы песни и как называется ваша песня? Песня называется «Если бы парни всей земли», а музыку к этой песне написал композитор Соловьев Седой. Спасибо. А кто написал стихи? Матусовский. А подумайте? Нет, по-моему, даже Долматовский. Спасибо. Спасибо. Ну, а теперь, девушки, к вам. Пожалуйста. Мы исполняли песню «Дружба всего дороже». Скажите, пожалуйста, а когда впервые прозвучала эта песня? Эта песня впервые прозвучала в 1957 году. Верно, верно. Эта песня прозвучала в 1957 году на Московском фестивале. Скажите, кто автор этой песни? Я не помню. Ятковский. Да, стихи написал поэт Эдмунд Ятковский. Ну, а теперь я перейду к вам, пожалуйста. Теперь ответьте вы. Мы исполняли песню «Гимн демократической молодежи». Автор стихов Лев Ашанский. Лев Ашанин. Ашанин. Да, да. Вот. А музыку написал композитор Новиков. Вы не помните, когда впервые и какому фестивалю была написана эта песня? Она была впервые исполнена на первом фестивале в 1947 году. Верно, эта песня была исполнена в 1947 году на первом Всемирном фестивале молодежи и студентов в Праге. А вот в 1949 году на втором фестивале в Будапеште песня была единодушно признана гимном демократической молодежи. Песню эту написали композитор Новиков и поэт Ашанин. Теперь вам слово, пожалуйста, дайте микрофон. Наша песня называется «Мы за мир». Слова к этой песне написал Александр Жаров, музыку Серафим Туликов. Спасибо, спасибо. Я обращаюсь к вам, товарищи. Наша песня называется «Подмосковные вечера». А кто написал? Написал эту песню, музыку написал композитор Соловьев Седой. А слова, стихи Матусовский. Еще один вопрос. Когда впервые прозвучала эта песня? Эта песня впервые прозвучала в кинофильме «Они были на спартакиаде». Спасибо. Ну, здесь сомнений быть не может. У нас осталась еще одна песня. У нас осталась еще одна песня, и я обращаюсь к ее исполнителям. Девушки, там большинство, по-моему, девушек. Скажите, пожалуйста, почему вы выбрали именно эту песню? Мы спели песню «Дружба, Фройндшафт». Это дружба, это песня о советской молодежи и о молодежи ГДР, о дружбе между молодежью этих стран. А когда впервые прозвучала эта песня? Эта песня прозвучала впервые на 10-м Всемирном фестивале молодежи и студентов в Берлине. Благодарю вас. Ну, как видите, дорогие товарищи, участники нашего микрофестиваля успешно справились со вторым заданием. И теперь последнее, третье задание. От каждой певческой группы вы должны выделить делегатов, умеющих играть на музыкальном инструменте, и подняться на сцену. Пожалуйста. Ну, пожалуйста, быстрее, быстрее, ребята. Только учтите, умеющих играть на музыкальном инструменте. Пожалуйста, здесь. Одни мужчины и ни одна девушка. Нет, вот поднимается девушка. Прошу вас. Пожалуйста, представьтесь, назовите имя, фамилию и место работы или институт, в котором вы учитесь. Рыбаков Надежда, я педагог. А в каком институте учитесь? Как работаете? Я работаю. Я студент Московского инженерно-строительного института Пронин Анатолий. Олег Гуменный, сельскохозяйственная академия. Студент факультета медицинской кибернетики 2-го медицинского института имени Пирогова. Каверный Игорь. Так. Владимир Марк, инженерно-строительный институт имени Куйбышева. Козлов Николай, Московский институт народного хозяйства имени Георгия Валентиновича Плеханова. Ордена Красного Знамени, Институт народного хозяйства имени Плеханова. Бесихин Александр. Владимир Рогожин, инженер, автомобильный завод имени Ленинского комсомола. Ваши болельщики. Шестаков Евгений, Тимирязевская академия.
Вот мы и познакомились. Уважаемые гости, уважаемые зрители, вот сейчас перед вами на ваших глазах на сцене нашей концертной студии образовался по традиции нашего фестиваля небольшой, но, я надеюсь, дружный творческий музыкальный коллектив. И прежде чем вы будете увенчаны лаврами победителей, вам предстоит выполнить еще последнее, третье задание нашего маленького фестиваля. Это задание вам предлагает наш эстрадно-симфонический оркестр. Солисты оркестра предлагают вам выбрать любой инструмент из тех, что находится в их распоряжении. И таким образом вы, ну, хотя бы ненадолго, попробуйте стать небольшим оркестром, или сейчас это очень модно, вокально-инструментальным ансамблем. Ну и затем я вам скажу, что дальше делать. Какой вам инструмент нужен? Пожалуйста, гитару. Гитару. Вам? Если можно, тромбон. Будьте любезны, тромбон и гитару. Вам? Мне тоже гитара. Еще одна гитара. У нас в оркестре всего одна гитара. Товарищи, кто еще хочет гитару? Раз, два, три, четыре, пять. Но мы учли это обстоятельство. Мы знаем, что гитара сейчас самый, пожалуй, популярный инструмент среди молодежи. И мы приготовили для вас 24 гитары, но нам понадобится всего лишь 6. Пожалуйста, мальчики, девочки, помогите нам. Несите сюда. Так, пожалуйста. Берите, берите. Спасибо. Спасибо. Так, кто у нас без инструмента? Скрипку, если можно. Скрипку. Будьте любезны. Хорошо. И... Хотела рояль. Рояль. Но этого мы дать не можем, вы можете взять его сами. А вернее, сесть за этот инструмент, самый хороший инструмент. Пожалуйста. Прошу вас. Так, теперь слушайте, пожалуйста, задание, товарищи. Вы должны... Мы дадим вам возможность немножко срепетировать, но больше, чем на 30 секунд не рассчитывайте. Вы должны сыграть нам песню, которая продолжила бы тему нашего маленького фестиваля, песню, которую сегодня еще мы не исполняли. Задание понятно? Можете действовать. Прошу, можете порепетировать немножко. 30 секунд дается вам. Готовы? Нет, еще. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Товарищ, наступает самый ответственный момент. Первое выступление нового коллектива музыкального. Так, готовы, да? Пожалуйста. Товарищи, 30 секунд истекло. Можно начинать, пожалуйста. Ну, товарищи, первое выступление, неувязка, конечно. Может быть, поднастроиться надо? Почуть, почуть, давай. Да, да. Все готово. Итак, внимание. Можно? Жюри нашего фестиваля. Слово лауреату первого всемирного фестиваля молодежи и студентов в Праге, лауреату второго всемирного фестиваля молодежи и студентов в Будапеште, народному артисту Советского Союза Ивану Ивановичу Петрову. Жюри фестиваля «Песня 73»
считает необходимым отметить специальными призами этот новый творческий коллектив, который показал себя настоящим активным пропагандистом советской песни. Да, вы видите, ансамбль хорошо играл, весь зал пел, жюри пело, и даже композиторы помогали. Пожалуйста, вручите заслуженные награды. Продолжаем заключительный вечер третьего всесоюзного телевизионного фестиваля «Песня 73». Москва, центральное телевидение, «Песня 73». Я постоянный участник вашего телевизионного смотра песни. И должен сказать, что мне очень нравятся современные песни, потому что с ними легко шагать по жизни. Так написал нам из Полтавы Сергей Андреевич Семенков, участник обороны Одессы и Севастополя, боев за Кавказ. А вот что пишет нам молодая преподавательница Свердловского педагогического института Ольга Фирулина. «Большую радость приносит нам новогодний вечер, который дает возможность снова встретиться с полюбившимися и так часто нужными сердцу песнями». Песня – дважды лауреат нашего телевизионного фестиваля. Ее авторы – композитор Марк Фраткин и поэт Михаил Плецковский. Песня «Увезу тебя я в тундру» поют ее первые исполнители. Увезу тебя я в тундру, увезу к седым снегам. Белой шкурой медвежьей брошу их к твоим ногам. По хрустящему морозу поспешим на край земли, и среди сугробов дымных затеряемся вдали. Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним и отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю. Ты узнаешь, что напрасно называют север крайним, ты увидишь, он бескрайний, я тебе его дарю. Увезу тебя я в тундру, увезу тебя одну, пестрым северным сиянием твои плечи оберну. Звездный низ загорится на ресницах серебро, сколько хочешь самоцветов мы с тобой соберем. Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним и отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю. Эй-эй! Ты узнаешь, что напрасно называют север крайним, ты увидишь, он бескрайний, я тебе его дарю. Увезу тебя я в тундру, и тогда поймешь ты вдруг, почему к себе так манит, так зовет полярный груз? Ничего, что здесь метели, не беда, что холода, если ты полюбишь север, не разлюбишь никогда. Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним и отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю. Называют север крайним, ты увидишь, он бескрайний, я тебе его дарю.
Письмо 10. Так начинает свое очередное послание к нам один из самых активных наших корреспондентов, корреспондентов песни 73, товарищ Чигарев из Куйбышева. Уважаемые товарищи, пишет он, как только в эфире появляется передача песни 73, у меня возникает такое ощущение, как в дни далекой юности, что вот сейчас обязательно встречусь с кем-то дорогим и любимым. И еще одно письмо. Есть разные песни. Одни пролетят как мгновение, другие же западут в душу, заставят задуматься о прошлом. Так написала нам из Ростовской области Татьяна Заричева. Снова замерло все до рассвета. Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. Да, мы сегодня с большой радостью представляем вам песню, которая, прожив прекрасную и долгую жизнь в наших сердцах, сегодня вновь, если можно так сказать, засияла на песенном небосклоне и уверенно стала лауреатом фестиваля песни 73. Композитор Борис Андреевич Макроусов, поэт Михаил Васильевич Исаковский. «Одинокая гармонь». Замерло все до рассвета, дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. То пойдет за поля, за ворота, то обратно вернется опять, словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать, словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать. Веет с поля ночная прохлада, с яблонь цвета влетает густой. Ты признайся, кого тебе надо, ты скажи, гармонист молодой. Ты признайся, кого тебе надо, ты скажи, гармонист молодой. Может, радость твоя недалека, да не знает ее ли ты ждешь. Что ж ты бродишь всю ночь одиноко, что ж ты девушкам спать не даешь? Что ж ты бродишь всю ночь одиноко, что ж ты девушкам спать не даешь? Ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла. Только слышно на улице где-то одиноко бродит гармонь. Композитор Марк Фраткин, поэт Роберт Рождественский. Песня «Победитель на международном фестивале в Сопоте». Песня «Лауреат телевизионных фестивалей песни 72 и песня 73». За того парня! Thank you.
Я сегодня до зари встану, по широкому пройду полю, что-то с памятью моей стало, все, что было, не со мной помню. Бьют дождинки по щекам впалы, для вселенной 20 лет мало. Даже не был я знаком с парнем, обещавшим: я вернусь, мама. А степная трава пахнет горечью, молодые ветра зелены. Рассыпаемся мы, и грохочет над полночью то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Обещает быть весна долгой, ждет отборного зерна башня. И живу я на земле доброй за себя и за того парня. Я от тяжести такой горблюсь, но иначе жить нельзя, если все зовет меня его голос, все звучит во мне его песня. Степная трава пахнет горечью, молодые ветра зелены. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Я сегодня до зари встану, по широкому пройду полю, что-то с памятью моей стало, все, что было, не со мной.